Давайте вот так. Без названия тоже. Какое-то все пластилиновое, как в мультике про ворону. И солнце ярко-малиновое крадется по небосклону. Торчат отпечатки пальцев на краешку, по краешку на лучах. Внизу петросяных гальцев кривляются в новостях. А после в рекламном блоке, там, где подвешен груз, подгузник сухая попка тестирует карапуз. А следом они такие, конечно, добрые и злые, такие фигак такие, по яйцам и всей гурьбой. Такие курить выходят туда, где подвешен груз. Такой раз такой Чак Норрис и Том, понимаешь, Круз. А там магнитные бури, осадки и мокрый снег, и мятые сигареты без фильтра, и Джонни Депп, и Стас Майонез Михайлов, и Градский, и группа Чаев, шампунь, молоко, прокладки, шотландцы, и Иван-чай, рабочие в Танкограде, опять майонез, СИЗО, пробка на автостраде, взрыватель, граната, кольцо, шахиды и мусульмане, Курбан-Байрам, Рождество, буддисты и христиане, и свет слепящий в лицо. Поехать, что ли, к Джульетте, потрогать титьку в Верону. Какое-то все пластилиновое, как в мультике про ворону. Спасибо.